Итак, для второй съемки Вика выбрала Монополи. Монополия по-русски, по-моему, так называется. 2 и 4. С 2 до 4 игроков могут играть в эту игру. Давай, вас трое как раз. Все прекрасно. Давай, открывай. И тут вот такие вот игроки. Праздником. Wait, I didn't saw that. It's the dice. Кто здесь есть? Показывайте мне. Киска, собачка, toy car и toy boat. Это похоже на аллигатора. Это машина. Это машина и корабль, да? А я корабль. Ну, тебе выбрать, а я вот тут. Посмотри. No. Выкладывайте доску сюда. И давайте считать правила, что нам нужно делать, окей? Пока деньги тут раскладывали, у нас уже Алиса проснулась опять. Да, давайте уже играть. Окей. Вы правила поняли, дети мои? Да. Да? Окей. На Go поставьте свои фишки. Фишки стоят на Go. Спасибо. Эй, не толкайся. Киска злится на Вику. Как киску зовут? Вот про киску тут написано. Little Hazel. Как у тебя Hazel eyes? Глаза Hazel. But she really does not have Hazel eyes. Окей, ладно, поставь ее уже, давайте. Значит. Ну что, вы готовы? Да. Самый маленький, кто у нас? Кристина, Кристина. Давай. Нет, Алиса. Ну, Алиса не играет, давай. Кристина, давай. Не-не-не-не, куда? Крути, дайс, крути, дайс. Дайс. And how many you get, you have to walk. You got один. Что там у тебя? Burger joint. Бургер джойт. Там это где это бургеры один, делают. Это один. Тебе нужно купить. Один стоит один твой Монополи. Доллар. Давай. Okay. Это банк один. У нас? Здесь да. У нас банк, да? Да. Давай доллар. Банк это. Давай доллар и клади свою фишку, что ты его купила. Какой? Это? Да, вот это клади сюда, чтобы все знали, что это твоя теперь. Понятно? Ты купила. Ты теперь онер. Эй, Вика, давай. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Candy store. Ну, конечно же. Кто бы еще мог очутиться в Candy store с первой попытки? Давай, покупай. Сколько стоит? Одна деньга. Я сюда коллекционирую. Я банк. Теперь Соня. Ура! Почему? Вы неправильно пошли, кстати говоря. Почему? Должны были Соня, иначе потом ты... Ну ладно, теперь уже так будем ходить. Один. Теперь плати рент. Один money ей. То есть ты платишь. Да, да, да. Соня заплатила Кристине одну деньгу. Да. Now Christina has 18 again. Вика, по-русски. Да, теперь у Кристины столько же, сколько было. Два. Нет, ты киска. Ты киска. Теперь нам... А теперь у тебя вопрос. Бери карточку. И читаем. Chance. Advance to the skate park to perfect your flip. If no one owns it, get it for free. Otherwise, spend rent to the owner. Давай. Skate park. Тебе выдается он за бесплатно, прикинь? Давай, поставь на свою эту киску. Киска, вот, чтобы все знали, твоя. И вот это теперь ее... Да, у Кристины уже больше всех. Да. Ага. Ты забыла положить. Да, не забудьте класть свои, чтобы все знали, где ваше имущество. Синяя. Имущество ваше. Вика, давай. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, плати Кристине рент опять. Сколько? Две деньги. Really? Да. Кристина все зарабатывает и зарабатывает. Посмотри на нее, это же
жучка эта маленькая, а? Зарабатывает жучка. Зарабатывает денежку. Давай, Соня, красиво. Окей, теперь мне нужно... Тебе ничего не нужно, давай. Соня ходит. Ура! Шесть. Вот что у нас? Музей. Музей. Соня купила музей. Я люблю музей. Да. Ты любишь музей, она любит конфеты. Вот как раз у вас попадает то, что вам надо. Я люблю конфеты. Я люблю конфеты. И давай, иди к нему. Пять. У Кристины. Раз, два, три, четыре. Опять Chance card. Да неужели? Chance, free space. Advance to a red space. If one is available, get it for free. Otherwise, pay rent to the owner. Опять. Advance to the red space. Опять. То есть, оно по-любому как бы ей нужно сюда, да? Опять. То есть, сюда это первое будет видео гейм аркейд. Если вот так обойти круг, значит, это будет вот это первое. И тебе бесплатно опять выдается, ты прикинь? Ставь свою карточку, а? Счастливая ты. В жизни бы так везло бы, а? Эй, Вика, давай. Один. Swimming pool. Вот, давай покупай. Сколько стоит? Два. Две деньги. Давай сюда в банк. А что получилось? А ты смотри и учись. И поставь карточку свою. Давай, Саня. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плати рент Кристине. Три деньги. У Кристины. Дай мне три. На тебе три. Окей, кто следующий? Кристина, давай. Тебе магазин питом для питомцев. Магазин животных. И я сниму. Три деньги давай. Три. В банк. В банк, да. Can you get money from the bank? Да, когда на go становишься, то тебе дадут две деньги. Кристина, Алиса не может прыгать. Пускай прыгает, it's okay. Она нам не мешает. Три деньги дала? Да. Купила, поставь свою карточку сюда. У тебя больше всех имущества. Ты сейчас со всех будешь собирать эти за квартиру денежки. Два. Раз. Два. Это чье? Опять Кристинина? Да. Нет. Да. Три деньги давай Кристине. Тебе больше денег надо, да? Ну всем нужны они, ну что ж поделать. Давай, Соня. Три. Раз, два, три. О, Соня покупает игрушечный магазин. Ну конечно. Три деньги он стоит. На три. Ой, банк больше всего поправляется. Да? Утюку. Да? Четыре. Раз, два, три, четыре. Опять Chance. Free space. Advance to light blue space. If one is available, get it for free. Так, теперь тебе светло-синее. Вот там свободное. Вот, иди вот на это свободное. Свободное. Нет, на Викина не может, она не свободная. Да, она не может на Викина пойти. Да. Денежку нужно одну. Одну денежку, что ты купила? Айскрим парлор? А, магазин мороженого ты купила? Ничего себе тебе везет. Ну ты даешь. Но у меня кэндис. Давай, Вика, крути.
same thing. Уже почти все раскупили. Раскупили почти все. Один. У меня... Где ты? Вот. Раз. Теперь муви Тьера покупай. Сколько? Три. По-моему, Вика скоро будет банкрапт. Возможно. Давай, Соня. Три. Раз, два, три. У тебя боулинг алли. Четыре. Четыре. Дорогая. Ага, дорогая. Раз, два, три. Даже до зу четыре. Давай, Кристина. Наша богатенькая. Вот. Богатенький Буратинка. Смотри, как Кристина денежки зарабатывает. Смотри. Один. Just visiting. No, in jail, вот no? Сюда. No, just visiting. Look, it says if you go just here, then you go to jail. Oh, I got it. Look, visiting, just visiting. То есть go to jail, да? А если просто так пришла, то just visiting, да? Mm-hmm. Okay. Просто free стой. Parking. Просто стой, в следующий раз пойдешь, окей? Okay? Так, давай, Вика. Два. Раз, два. У меня давать деньги. Три. Сони. Стоп, стоп. Сони, ходи. Пять. I'm in the game. Раз, два, три, четыре, пять. О, тебе дается две деньги, да? Угу. Две. От банка. От банка, да. Раз. Два. I have lost. Эй, Кристина, давай. Вот. You go. А? Да. Давай. Раз, два. Библиотеку покупай. Раз, а два. А два, а библиотека. А давай две денежки. Два. Вика, давай. Пожалуйста. Давай, хоть дойди, чтобы две денежки забрать через go. Шесть, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Надо отдавать Park Place, пять. Ничего себе, у тебя есть только? Не знаю. Нет. Нет, у меня четыре. Один. А? У меня четыре. А так нечестно, это так не играет. У меня только четыре. Итак, чтобы Вике купить Park Place. Я не могу. Она не может, ей не хватает денежек. Значит, она обанкротилась. И кто у нас выиграл? Кристина. Ну, я думаю, что Кристина. Нет, банк. Посчитайте. Ну, банк, понятно, банк всегда выигрывает. Итак, Кристина выиграла. Она продолжает подсчитывать свои денежки, конечно же. Так, Алиса недовольна вообще всем этим раскладом. Да? Вот. Да. Кристина выиграла. Вот. Ну что, понравились вам игры сегодняшние? Да. Что вам больше понравилось, когда сторы-то ловить? Да. Нет? Монополи понравилось больше всего, да? Денежки выигрывать понравилось, да? Да. Вика хочет еще раз поиграть. Но она уже без камеры поиграет, потому что у нас батарейка садится и уже памяти не хватает. Да, ты уже свое выиграла. Ну все, скажите всем пока-пока. Пока-пока. До скорой встречи. Всем пока-пока. Что? Stay happy, stay healthy. Оставайся счастливыми и здоровыми. Stay safe и в безопасности. Да. А ты тут что делаешь-то? С каблуками с мамиными играешься? Stay happy. Да, stay happy. Самое главное. Все. Пока-пока.